Наша съемочная группа работает в селе Тимофеевка. На улице Радужной 11 декабря произошел серьезный пожар. Все началось здесь, на соседнем участке. И в считанные минуты пламя перекинулось на двухэтажный дом многодетной семьи. Впереди холода, а многодетная семья осталась без крова над головой и нуждается в помощи. Это было единственное место жительства многодетной семьи Фарфатьяновых. На протяжении 6 лет они обустраивали свое жилище, делали ремонт и обставляли мебелью. В тот злополучный вечер, буквально за 2 часа, все то, что строили годами, было повреждено огнем. Вся семья Фарфатьяновых в это время была дома. Паники было не избежать. Предварительная версия пожара – короткое замыкание электропроводки. Второй этаж, там был мансардный у нас этаж, где были дети. Вот. Все выгорело, но, естественно, первый этаж, все, то, что затушили, затопило полностью водой. Сегодня уже встречались с кровельщиком, который будет заниматься с крышей, но тоже это все останавливает. Та же экспертиза, у нас дом ипотечный. Также помощь по строительным материалам тоже нужна. Там, кто тоже предлагает, тоже может помочь по строительным материалам. Будет у нас экспертиза, и как нам скажут, что можно приступать. Мы будем рады любой помощи, чтобы можно было закрыть это, крышу, дом. Чтобы можно было дальше жить. А там, как говорится, крыша есть, а там все остальное. Люди добрые помогут, все справимся. Семья до сих пор не может прийти в себя. Все, что произошло, кажется страшным сном. Тем не менее, Фарфатьяновы понимают, руки опускать нельзя. Нужно заново восстановить дом. Это сегодня главная задача. Если вы хотите оказать помощь семье, пострадавшей от пожара, вы можете связаться с ними по телефону, который вы видите на своих экранах. Кристина Буйнакова, Сергей Рогов, Новости Тольятти.